Работы по реконструкции ВЗУ-1 в Одинцово проводятся с июня 2020 года в рамках программы губернатора Московской области «Чистая вода». С этого водозаборного узла вода поступает на 9 социальных объектов и в дома 20 тысяч человек. Одним из главных изменений является станция фильтрации, которая позволит очищать артезианскую воду. Как рассказал руководитель муниципалитета Андрей Иванов, работы будут завершены к 29 июня.